Доброе утро всем, друзья, подписчики моего канала, гости, кто зашел ко мне на страничку. С вами, как всегда, Михаил 33. Кто меня не знает, я увлекаюсь тихой охотой, хожу по лесам Владимирской, Калужской, Московской области в основном. Но в этом сезоне в центральном регионе с грибами не очень, поэтому во время отпуска в сентябре месяце я вырвался в Ленинградскую область, где достаточно много грибов, поэтому хожу, наслаждаюсь здесь в поиске красивых лесов и грибной эстетики. В очередной раз пришел в леса Выборгского района. Сейчас будем смотреть с вами, друзья, что здесь есть интересного. Ну вот вначале попался подосиновик, такой вот молоденький. Конечно, мы его с вами забираем. Идем гулять дальше. Друзья, не переключайтесь, будет очень интересно. Пойдемте гулять вместе. Прячутся здесь подосиновики очень-очень хорошо. Так вот сразу и не заметишь среди листьев. А вот с этой стороны вот такой вот замечательный, шикарный подосиновик. Видно лучше. Вот желто-бурый подосиновик под елочками здесь вот. Такой крепыш. Друзья, напоминаю, что у меня много очень интересных видео на канале про сбор различных грибов, боровиков, белых, подосиновиков. Так что смотрите, наслаждайтесь другими моими фильмами. Друзья, ну и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы наслаждаться такой красивой лесной картинкой и грибной эстетикой. Смотрите, что впереди попалось. Такой вот боровик на лесной тропинке. Оп! Крепыш. Много очень споров по поводу, чистые боровики в Ленинградской области или нет. Да, их достаточно много, червивых, нечистых. Но вот этот абсолютно-абсолютно чистый боровик. Конечно, я его полностью беру в корзиночку. Подосиновик. Еще один. Такой вот молоденький. А дальше увидел покрупнее. Обычно, конечно, сначала замечаешь более крупные, а потом более мелкие. А здесь наоборот. Мелкий привел к взрослому. Но результат от этого не меняется. Оба идут в корзинку. А вот и шоколадная шляпочка боровика показалась. Как же красиво он смотрится. Только вытащил этот, посмотрел налево и увидел еще одну шоколадную шапочку. Так что надо внимательнее осматривать окрестности, чтобы не пропустить ни один гриб. Боровички оказались полностью червивые, но за исключением там пары кусочков, которые можно вырезать, не взял их. А вот здесь рядом на тропинке еще молодой боровичок показался. Оп. Свеженький. Ножка у него мягкая. Странно, вот заметил, что боровички, которые где-то в сухом месте на тропинках, они более чистые, чем в таком вот глубоком мху. Кстати, около 50% грибов нахожу вдоль лесных тропинок, даже особо не зная лесов, поэтому заблудиться особо и невозможно. Издалека приметил оранжевую шляпочку. Вот такой подосиновик меня дожидается. О, какая длиннющая нога. Что самое хорошее, он абсолютно чистый, жесткий.
в отличие от боровичков, которые что-то пока по качеству подводят. Дальше еще вот одна розовая шляпочка показалась из мха. Такой вот бутусик меня поджидал. Бутусик оказался не один, рядышком совсем вот еще один розовенький подосиновик, чуть-чуть покрупнее. А дальше вот пригляделся, увидел, что вроде еще какая-то шапочка. Сейчас посмотрим, что это такое. А это боровичок. Такая вот боровая классика. Подосиновики и боровички. Дальше вот еще один боровичок увидел. На удивление, предыдущий боровичок был наполовину чистый, так что где-то половину ножки отрезал и оставил половину. Но этого ножка мягкая, скорее всего, будет некондиционный. Но посмотрим. Ой, ах, этот красивый с виду боровичок оказался подточенный червячками, так что остается в лесу. Зато вот этот брутальный боровой подосиновик, тоже с бордовой такой шляпочкой, как у боровиков, абсолютно четкий и чистый, пойдет в корзинку. Увидел под лежачей елочкой вот шапочки подосиновые, смотрел еще вот тут вот рядом, хорошо им тут под этой упавшей елочкой. Сейчас будем забирать один. Так, вот еще два. Второй. Аккуратно. И третий. Самый мощный. Ух. Грибницу сейчас прикопаем. Красота в боровом лесу. Отдыхать, наслаждаться тишиной, прекрасным воздухом, ну и, конечно, такими вот красивыми грибами. Такой брутальный очередной подосиновик. Красивые все-таки грибы подосиновики, такие яркие шляпки, их так сразу легко обнаружить. Увидел под елочкой такой вот подосиновик. Так, забираем его. Издалека видно. Он явился ориентиром. Еще вот рядышком тут два таких крепыша. Оп. Один. И третий крепыш. Вот такая вот троечка. Встретился боровой гигантус. Такой вот с человеческую голову, наверное. Моя рука не собирает никто здесь боровички. Ладно, пойдем искать кондиционные грибы дальше. А вот и более кондиционный по виду боровик. Приятнее, конечно, чем тот огромный. Оглянулся получше по сторонам и увидел еще один боровик рядом. Такой более кондиционной формы, чем огромный. Так что вот такая вот парочка боровичков. Вот увидел под елочкой оранжевенькую. Такую шляпочку маленькую. Ну-ка, о, вылезает молоденький подосиновичек. Ну вот среди валунов боровичок встретился. Оп,
и боровичок. Когда-то давно был фильм такой «И на камнях растут деревья». Вот на камнях растут грибы. Такой вот подосиновик на камнях. Шоколадная шляпочка снова попалась. Ну-ка. Ух. Тут прям ножище крепкое-крепкое. Этот грибочек вполне себе чистенький. Так что можно взять. Забрел в какую-то каменную часть леса. Валунов полно. Здесь вот еще боровичок. Оп. Шляпка прям беленькая-беленькая. Прям идеальный по форме. Вот снова на лесной дорожке такой вот светофорчик из трех оранжевых огонечков. Раз. Поменьше. Два. Какой. И вот три. Средненькие. Какие интересные. Прям как лилипут какие-то. Рядышком совсем по этой же тропинке еще вот и такой вот шоколадный образец. Опа, свежак. Ну вот и первый абсолютно чистый грибочек сегодня — боровичок. И снова рядом с тропиночкой такой вот боровичок, свежачок. Идем дальше. А дальше больше, как говорится. Так, боровичок вот на тропинке взял. Еще вот вижу подосиновичек такой вот. Так, дальше еще вижу шоколадную шляпочку. Вот такой вот. Опа. О, это беленький березовой формы боровичок и подосиновик. Боровая классика. Продолжение боровой классики. Еще один боровичок побольше. Ну-ка, посмотрим тебя. У тех двух беленького боровичка взял шляпочки. В принципе, они вполне хорошие. Вот так вот я снимал этот гриб. Вот рядом тут два подосиновика не увидел. Надо их тоже взять. Они же такие хорошие. Самое главное, чистые. И очень вкусные грибочки. Пока нес в корзине, обнаружил еще три подосиновика. И теперь у меня вот такой букетик счастья грибника. Вот такой вот желто-бурый. Встретился красавчик. Думал, один. А нет, здесь вот еще есть такой вот, немного помоложе. На лесной дорожке, тут вот у стоянки, видимо, кто-то стоял вчера, может быть, или позавчера. Наверное, все собрали, думаете? А нет, никогда не надо отчаиваться. Вот прям рядом на дорожке вырастает новый боровичок первый, а вот еще один вылез. Так что растут они очень и очень быстро. И если вчера их не было, то сегодня они уже могут быть. Вот то место, где я только что буровики вам показывал со стоянкой автомобильной. Вот рядом еще боровички вылезли. Оп! Белая шляпочка. Так, еще один. Ну, это мягкая ножка. Боровички, конечно,
оставляет желать лучшего по качеству. Вот, наверное, самые красивые подосиновики боровые с такими бордовыми шляпочками на фоне мха. Выглядит очень-очень красиво. Вот второй. Очень они мне нравятся. Собирать их одно удовольствие. Оп! Такая красота. Подосиновиков сегодня просто море. Вообще не снимаю, конечно. Вот мимо вот этого не смог пройти. Прям боровичок такой. Ух! Боровичело. Еще два таких вот. Очередные мои боровые любимцы. Бордовые подосиновики. Боровые. Оп. Красота. У лесной дороги, как всегда, что-то да будет. На сей раз вот такая замечательная парочка свежих подосиков. Пора уже закругляться и идти к машине. Не хочет лесочек выпускать. Снова выдает вот такую парочку. Ну, конечно же, надо брать. Куда же без них-то? Это же просто идеальные подосиновики. Итак, прогулка завершилась. Будем подводить итог. Отпуск у меня продолжается. Ленинградская область по-прежнему радушно встречает меня. Сегодня Выборгский район подарил вот такой вот результат. Большая-большая корзина отборных грибов. В основном попадались подосиновики разных сортов. Боровиков немного. Очень-очень приятный результат. Кстати, я очень люблю собирать боровые подосиновики. Такие бордовые шапочки у них. Пишите в комментариях, а вы какие подосиновики любите собирать и какие вам больше всего нравятся. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а сейчас будем прощаться. Всем удачи, полных корзин, крепкого здоровья и берегите себя. До новых встреч. С вами был, как всегда, Михаил 33. Пока-пока.